Ребята, всем большой привет! Рад видеть вас на моем канале. И в сегодняшнем видео, конечно же, мы будем распаковывать с вами вот эту вот большую коробочку. Как вы знаете, мы с мамой любим заказывать разную декоративную косметику или уходовую косметику, или, допустим, гели или шампуни для душа на сайте Oriflame. Если честно, она лежит у нас уже достаточно давно дома, я все терпела, чтобы ее не открыть раньше времени без камеры, поэтому давайте скорее ее распакуем. В этой посылке не так много интересного, но я все равно решила с вами все это распаковать и все вам показать. Берем ножнички и давайте ее распакуем. Да, я ее сегодня еще вообще не трогала, никак не распаковывала, поэтому делаем все это вместе с вами. Так, открываем. Вам частично видно то, что я вам тут распаковываю. Слушайте, ребят, я тут начала снимать видео, и тут неожиданно пришла моя любимая кошечка, которая заняла пол кадра. Я не знаю, выгонять ее или не выгонять, но просто вам, наверное, вот так вот неудобно будет смотреть распаковку с ее глазом. Ну, посмотрите, это вообще очень даже красиво, но просто я не понимаю, что с этим делать. Ладно, ребят, давайте немножко посмотрим вот так. Может быть, она, Лунька, скоро сама уйдет. Я ее пока не буду выгонять. В общем-то, я уже открыла коробочку, как вы видите. Нет, вы не видите. В общем-то, давайте я вам буду как-то так показывать наши посылочки, наши заказы. Так, еще вот здесь вот нужно отрезать. И, в принципе, я все открыла. Ладно, мы очень много внимания уделяем нашей кошечке, поэтому давайте уже приступим к нашим посылочкам. Лунька села прямо напротив камеры и смотрит, что я здесь вам показываю. Вот это вот, если что, ее спина, как вы поняли. Она полностью закрыла камеру. Итак, первое, что я вижу, здесь вот таких вот два геля для женщин. Давайте дальше, все быстренько вам буду показывать. Здесь много разных одинаковых вот таких вот бутылечков, но это дезодоранты, я знаю. Вот, в общем-то, здесь я не знаю, как они распределяются для женщин и для мужчин. Здесь разные, но я так понимаю, вот это вот для женщин, вот это вот, не знаю, возможно, мужской. Но, в общем-то, как вы понимаете, здесь много дезодорантов. И еще один, здесь гель для душа, если я не ошибаюсь. Да, это средство для душа, волос и умывания. Так, дальше здесь я вижу что-то вот такое вот интересненькое. Это маркер для бровей. В общем-то, я сейчас вам вставлю вот такой вот вертикальный ролик, как он рисует. В общем-то, это такая популярная вещь сейчас. В общем-то, она прорисовывает, как вы видите, такие вот волоски, так скажем, отдельные. Вот, я завтра хочу протестировать. Ну, точнее, мама будет тестировать, а я буду смотреть. Вот, в общем-то, классная вещичка, в общем-то, когда мы попробуем, я вот здесь вот вам напишу где-нибудь, понравилось нам или нет. Дальше здесь лежит вот такой вот супер маленький пробничек духов, давайте понюхаем. Ну, в принципе, довольно вкусненький, я думаю, можно пользоваться. Так, дальше здесь идет такое вот средство. Для снятия. Да, для снятия макияжа. Водостойкого. Вот, в общем-то, мама мне уже подсказывает. Просто сейчас, понимаете, сейчас 10:30 вечера, я как бы никогда так поздно не снимала, поэтому что-то могу и напутать. Дальше здесь лежат вот такие вот какие-то бумажечки, какие-то штучки с акциями, я так понимаю. А, еще здесь лежат духи. В общем-то, у меня есть любимые духи от... Точнее, с этого сайта Oriflame. Вот, я ими все время пользуюсь. Они у меня уже подходят к концу. Поэтому попросила маму заказать мне еще одни такие же духи. Это такой красный флакончик. Я вам его показываю часто в своих видео, влогах. Вот, поэтому вот еще одна такая вот баночка с духами. Так, ну и последняя. Здесь лежит самая главная вещь для нас с мамой. Это новый каталог. Мы обожаем листать каталоги, смотреть их онлайн. Вот, и сегодня я тоже хочу посмотреть. Давайте вместе с вами даже немножко полистаем, что же тут нового. Мыло, крема, духи, которые у меня есть. Также здесь еще одни духи каким-то освежающим
ароматом. Ну и самая обычная бумажечка, тут все написано, что мы заказывали. Вот, ну, в общем-то, на этом, в принципе, все. Такой вот небольшой наборчик сегодня. Мне кажется, сегодняшняя распаковка получилась отличная, потому что сегодня был акцент на мою кошку, которая занимала камеру. Вот, в общем-то, давайте я вам еще раз покажу, что же мы заказывали. Кошка опять идет сюда. Надеюсь, она опять не займет мне камеру. Ну что, вот такой вот сегодня набор я распаковала. Вообще, я обожаю снимать распаковки. Для меня это прям вообще очень классная, классный формат моего видео на канале. В общем-то, если вам тоже нравятся распаковки, какие-то крупные или какие-то маленькие, допустим, совсем недавно у меня была распаковка одежды, она достаточно крупная была, поэтому, если вы не видели, обязательно посмотрите. Вроде бы вот здесь или вот здесь должна вылезти вам подсказочка, вы можете на нее нажать и, конечно же, перепрыгнуть на следующее видео. Ну а на этом мое видео подходит к концу. Я благодарю вас за просмотр. Если понравилось это видео, не забудьте оценить его пальчиком вверх, а также нажать на красную кнопочку внизу под видео, если вы этого еще не сделали. Мы увидимся с вами буквально в следующем видео, поэтому всем пока-пока!